Первый заместитель губернатора Владимир Чернов побывал в Междуреченске с целью проверки подготовки ко Дню шахтера. Областная выездная комиссия уже стала традиционной. Все объекты под контролем. Подробности в следующем сюжете. Скоро горожане не узнают место отдыха у воды в районе киноцентра «Кузбасс». Здесь все изменилось кардинально. Исчезли ржавые детские городки, старые беседки. Хочется вообще-то чего-нибудь современного. Как на морских пляжах там все оборудовано. Подрядчики обещают, обновленное место отдыха у воды будет ничуть не хуже. Первые результаты работы уже видны. Появились благоустроенные тропинки, произведена отсыпка территории, вырубили аварийные деревья. Горожане с нетерпением ждут открытия. Спасибо за заботу о нас, о горожанах. Ходим мы, конечно, здесь видим, интенсивно идет работа. Я ж, несомненно, нужен. Надеемся на руководство, ну, естественно, и на работяг. На мечту ехать, ездить неудобно, а здесь рядом пешком можно дойти, отдыхать. Для детей, конечно, горки, грибочки. Песочницы. Пожелания осуществляться. Здесь установят новые биотуалеты и мусорные контейнеры, кабинки для переодевания и скамейки. Людям с ограниченными возможностями здоровья удобный спуск к реке. Подрядчики займутся укладкой тротуарной плитки. Сейчас рабочие отсыпают дорожки, 4 слоя гравийной и песчано-щебеночной смеси для долговечности. Спортсмены обрадуются волейбольной площадке и велопарковке. Появятся современные детские площадки, в том числе для детей особой заботы. Территорию засеют травой, берег укрепят и выровняют гравием. Подрядчики обещают закончить работы до 20 августа. Владимир Чернов, первый заместитель губернатора и другие представители областного выездного штаба оценили ход работ на объектах. Педиатрическому отделению городской больницы отдельное внимание. 1500 почти ребятишек каждый год рождается. И это услуга по их здоровью, услуга вообще здравоохранения – это великое дело. Там сделано правильно, основательно, надежно, по всем стандартам. Здесь будет большая столовая, лаборатория, физио и массажные кабинеты, игровая комната. Педиатрическое отделение принимает детей от 0 до 17 лет. Всего больница рассчитана на 60 человек. Работы уже на стадии завершения. Всего в городе ремонтируют больше 200 объектов. Итоги объезда подвел глава города Сергей Кислицын. С замом губернатора мы определились так, что за каждый объект будет закреплен один из заместителей губернатора или начальник департамента какого-то направления области. Они примерно с 1 августа будут каждый свой объект контролировать. Вера Фефилова, Игорь Докучаев, Новости Плюс.